Детский сад на улице Бориса Житкова в Тюмени будет достроен. Объект должен были завершить в 2016 году, но застройщик не выполнил обязательства. Возведение было остановлено. В прошлом году было принято решение достроить детский сад за счет средств областного бюджета. На днях подписали контракт с застройщиком, который завершит объект. Сейчас здание, рассчитанное на пребывание 260 детей, готово на 40%. То, что коробка стоит, не значит, что здание построено. Надо подключить ее к сетям, выполнить наружную и внутреннюю отделку, закомплектоваться оборудованием, ну и запустить садик. 10 месяцев. Как бы срок сжатый.